Всем привет! Сегодня три моих подписчика-профессионала будут строить защищенные тюрьмы для вот этих опасных преступников. У них будет 2 часа на то, чтобы построить эти тюрьмы, и потом преступники попробуют из них сбежать. По традиции мы запускаем супер-салют, после которого строители начнут строить защищенные тюрьмы. Опа, все. Бах. Время пошло. Каждые 30 минут я буду ходить и смотреть, что вы там за тюрьмы строите. Тридцать минут прошли, и сейчас мы будем смотреть, что за тюрьмы здесь получаются. Первый йогурт. Что я добился? Я добился очень классных дверей, матрасиков вот таких и унитаз. Унитазы здесь очень странные, правда. Ну я плох в строительстве унитазов. Я не унитазный инженер. Такие бывают, что ли? Унитазный инженер. Ребята, нам унитазный инженер нужен. Есть такие. Здесь 3 супербомбезные клетки. Ну да, у нас 3 преступника и 3 клетки. И у них всего лишь будет окно, в которое они даже не смогут посмотреть, потому что они дотянутся. 2 кроватки и унитаз. Главное, у них нет, откройте. Да, двери здесь прочные, я их выбить не могу. Они точно не смогут сбежать из-за этой тюрьмы. Да уж, представляю, что будет делать пират, когда окажется в этой клетке. Мне плохо, я умираю. Ты им еще сделаешь столовую, но это вообще им как-то в кайф все будет. Пойдем к Command Fox'у. Вот это да. Почему здесь так много разных коридоров? Если даже пират выбежит из твоей тюрьмы, то мне кажется, что он здесь заблудится. Что? Тут даже клетка у тебя есть? О, у тебя тоже дверь открывается. Это прикольно. Вот так и обратно. Снова окно, в которое нельзя посмотреть. А если даже и посмотришь, то увидишь там перед собой такую огромную гору, и все. Так, тут вообще унитазное инженеростроительство на минималках. Они здесь могут себе писать записки. Прикольно. Какая-то тумбочка. Да уж, я никогда не знал, как строить тюрьмы мастер-строители. Теперь я вижу. А, выпустите меня. Пожалуйста, я добрый. Стоп, я могу здесь протиснуться? Смотри, вот так такой, хоп, хоп, зашел, хоп, вышел. Я могу зайти и спокойно выйти из твоей тюрьмы. А я не мог пройти. Надо поменьше кушать, капитан. Проход сюда, здесь пока ничего нет, может быть здесь будет столовая. Здесь у нас есть окно, чтобы смотреть на красивый вид. Еще окно. Я уже заблудился. Мне кажется, их даже в клетку не надо будет сажать. Их просто можно будет вот здесь оставить и сказать: все, вы отсюда не выберетесь, если здесь такой непроходимый лабиринт. Сейчас, погоди. Почему клетка зеленая и клетка красная? Поймешь. Что? Здесь у них улыбка над унитазом стоит. Или это не унитаз? Попробуй выйти. Это лазерные двери. Вот это да. Видишь постер? Что? Ты уже придумал им план побега? Ну да. Они найдут, короче, какую-нибудь штучку и будут копать подкоп. Если я кого-нибудь замечу, вот тут вот, знаешь, что будет? Я возьму пистолет и застрелю у кого-нибудь из них. Тут будет камера. Меня, смотри, кто-то будет, походу, на шухере, а кто-то будет копать. И если я буду идти, а это будет видно, когда я буду идти, они должны быстро прибежать обратно, закрыть плакат и стоять круто и ничего не делать. А ты думаешь, они до этого догадаются? Ну, если первый раз ошибутся, потом догадаются. Да, когда одного из них ты застрелишь, да? Ладно. Прям вообще, прям уже чувствую, как тут будет такой пират ходить, такой, а что делать? И потом такой, хопа, тут... Пират, мне кажется, заступит чуть-чуть. По-моему, за картиной что-то есть. Мне кажется, будет прикольно. А короче, когда они выберутся, вот там и они попадают в клетку. Да. Потом мы их сажаем в другую тюрьму. Да. Да, с подкопом ты, конечно, прикольно придумал. Следующий у нас Кизрум. И вот это его тюрьма. Так, он что-то там написал. Я кошка, я мяукаю, а не говорю. Ну ладно. Ой, здесь опять тоже много проходов. Есть огромная башня, чтобы следить за тем, чтобы они не сбежали. Тут такой сидит котик и такой: беспреступники сбегают. То есть мяу, мяу, мяу. Помогите. Самая бюджетная дверь. Где? Покажите мне. А, обалдеть просто. Я понял. Нельзя зайти, нажимаешь, и можно. Это верх технологий. Да, я даже сначала не понял. И здесь пока ничего нет. Это пока только полчаса, и все, что вы сделали за полчаса. У вас еще 1.5 часа на стройку. Вернемся через 30 минут.
прошли 30 минут, и я у порога тюрьмы Command Fox. Это прям рифму сказал. Ой, это какая-то кнопка, наверное, на нее нельзя было нажимать, но я уже нажал. Есть такие стальные, мощные двери. Это так красиво, это как двери в лифте, которые невозможно открыть или сломать. Да, странное сравнение. Здесь подходим сюда, и моя кепка будет разговаривать со стулом. Это вообще имба. Ладно, пройдем в эту комнату, в которую... А, сюда нельзя, ну ладно, только персонал. Хорошо, идем сюда, и здесь у нас раз клетка, два клетка, три клетка и четыре клетка. Опа-на, вот здесь унитазный инженер как раз-таки и живет, наверное. Вон, какие унитазы. О, здесь даже столовая есть. У нас сегодня сплошное разнообразие. Хлеб не нарезанный, хлеб. Окна, в которых обалденный пейзаж, конечно. О, а почему здесь везде сетка? Это типа дворик, что ли? Как крутой дворик, я могу сбежать из тюрьмы. Да, это дворик. Мы еще дорабатываем. Ну ладно. Страшный йогурт идет в темном коридоре. По страшному коридору и вот все, давай. Да уж, я прям удивляюсь вашим пейзажем в окне. И звезды, и небо, и вообще круто. Столовая? Двухэтажная столовая. Что там, надзор? Ну, пока еще ничего нет. Это что? Что это за такое? А, это секретный проход, как у Агуш, что ли? О, иду. Какая-то дырка. Иду. И выхожу куда-то сюда. Фуникулёр? И он разбился, и тут полицейские. Жестко. А что они такие огромные? Кондермены из Майнкрафта. Эх, полицейские нас поймали. У тебя клетки крутые получились. Попробуй столовку тоже крутой сделать. Теперь я у Агуши. Тут появился, короче, маленький такой офис-охранник. Ну, как офис. Маленькое помещение с телевизором и диваном. А что не работает? Неважно. Потом такие взбивные лампочки по всей стене. Ага, мне не нравится, потому что не красный. Ладно, ну что там? Лазер. Почему он меня не лазерит? Появилась, короче, тут камера забивная, которая... Да, вот я в камере. Привет, камера! И она смотрит, знаешь, как она не видит вот эту сторону, она видит только вот эту сторону. То есть вот здесь то, что происходит, она не видит. Почему? Я по всей, короче, комнате расставил кнопочки. Когда они будут находить эти кнопочки... будет убираться, и если они смогут выбраться вообще из тюрьмы, догадаются, и я их не поймаю за этим, то они все равно попадут в другую тюрьму, открытие, ой. О, тут надо будет вот эти, опа-на, вот это мне нравится, вот такие я преграды люблю. Да я еще не закончил, но тут, конечно, надо будет пройти и камеру попасться. Эх. А что, они из своей клетки так и не выйдут, что ли? Зачем им гулять? Ух, они все-таки заключенные, они... Вот украли целую жвачку из пятерочки. Пусть сидят тут 24/7 и отбывают свой срок. И поймут то, что жвачки воровать не надо. Ах, какое кресло у тебя кайфовое. Я бы сам побыл охранником, но... В нем можно камеру смотреть, кстати. А у Кизрума здесь и крыша даже появилась. Она красиво выглядит со стороны. Есть окошко, в которое мы даем деньги, чтобы нас посадили в тюрьму. Что же все это время делал Кизрум? Он делал... камеры для заключенных, в которых они будут сидеть. У них даже не будет своей кровати, у них будет лишь немного сена и ковер, и тусклая лампочка. Дверь заперта на замок, камеры везде расставлены. Вот это, да, тюрьма строгого режима. Вот здесь хотя бы есть пейзаж. Каменная подушка, я только сейчас заметил. Тут видно воду, водопады и дерево. В принципе, за такое лайк. А, не надо, выпустите меня, выпустите, пожалуйста. Прошли 30 минут, и меня уже заперли в клетке. Эх, подушка каменная, сено какое-то. Так, ну давайте посмотрим, что за постройки здесь получаются. Вот такая огромная тюрьма с супер крышей и вот таким огромным количеством камер. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Что, все? Ну да. Command Fox. Посмотрим, что тут у мастер билд. О, у него тоже крыша появилась. Захожу внутрь, и здесь у нас... А, привет. О, на этот раз
Я могу поздороваться со стульчиком, а не моя кепка будет со стульчиком здороваться. У меня какая-то коробка. Ты знаешь, как мои домики в Майнкрафте в 3 года? Вот тут компьютер. Надо крышу сделать красивую. Вот посмотри, как у твоего соседа. Крыша. О, столовка с хлебом. Я уже сюда не хочу возвращаться. Большой хлеб. О, здесь спортплощадка, чтобы мы стали суперсильными. Большая спортплощадка. Это гиря на 20 килограмм. Большая гиря на 20 килограмм. Знаете, почему преступников посадили в тюрьму? Потому что они украли жвачку и киндер пингви. А, я понял, как они будут сбегать из этой тюрьмы. Ого, а что это тут за такая штука? Это крутки. Смотри, вот тут это дверь. Вообще, это все огромное. Маленькое, но большое. Вот тут у меня рабочее мое место. Вот телевизор можно смотреть, но пока что не работает. Когда я захожу в камеру, начинает светиться. Когда я выхожу, все потухает. Так заключенные смогут понять, когда я смотрю на них, когда я не смотрю на них. Красивые забивные кровати, на которых будут спать заключенные. Есть секретный, совершенно секретный плакат. Меня закрыли за плакатом, я сейчас отдохну. И эти 3 дуба, которые нарушили законы, должны будут догадаться, и если они нажмут все рычажки, которые здесь есть, то они смогут сбежать. Ага. Я буду вот так вот ходить и смотреть, и если я их запалю, я возьму пистолет и поднесу к голове пингвина и убью его. Не понял! Осуждаю вас обоих. А шо вы тут за... простите, мы адресом ошиблись. Это моя тюрьма огромная. У нас бюджет очень большой. Наконец-то не хлеб, конфеты, котлетки, пюрешка. Это я не знаю, что зеленое такое, но, наверное, вкусно. И мелко нарезанный шоколад. Почему вот здесь нет конфет, а здесь 2 конфеты? Здесь прошелся один пингвин, и все сломано. Я понял. И это все тюрьмы, которые пока что получаются. Опасные преступники сейчас будут помещены в твою тюрьму, Агуша. Это моя тюрьма, и они точно не сбегут. Хорошо. Я захвачу всю Европу. Свободу. Какую свободу вам? Вы украли жвачку из 5-ки. Какую жвачку? Я Европу захватывал. Хватит разговоров. Посадим их в тюрьму. Вот ваша клетка. Заходите. Короче, 4 бан. Кемпинство, бан. А мама за картины что-то. Побег из тюрьмы, расстрел, потом бан. Все, я пошел смотреть телевизор. Всем удачи. А мама за картины что-то. Куда? Куда бежать? А куда? Закрой, все, закрыли. Топ. Открыто. Бежим. Куда? Бежим. Открыто. В клетку вернулись? Если вы сейчас не прекратите пытаться что-то делать, я реально сейчас кого-нибудь из вас одного застрелю. Быстрее, что ты, где тут? Смотри, тут штукатурка, это убирается. Смотрите, вот тут открылось что-то. Гений, ты опять спалился. А, вылазил. Тебя сейчас уничтожат. Ой-ой-ой. Расстреляли. Да закрой ты уже, ё-моё. На самом деле у вас баги жизненные. Чё за камера извергает лазер? Я нашёл жвачку. Илья, неси динамит, короче. Неси динамит. Достаточно столько. Так, отойдите. А не стойте. Подождите, тихо. Всё, отходим, взрывается. Антивзрыв, тюрьма, что? Что? В смысле? Не получится считерить, придется вам искать кнопки и делать подкоп. Да, мы все понажимали, там миллион денег. Чё этот дундук каждый раз уходит? Закройте ему обзор, пожалуйста. Илья, привет, чё ты хочешь? Так, ну, это... Он хочет друга увидеть. Ну, это типа дед, который идёт навестить своих. Ну, я тебя подожду, к вам посетители, открывайте. Идём, Илья, заходи. Вы тут заложите на миг возле двери вот это. Все, иди отсюда. Это что такое? Пират горит. За кого вы подожгли?
Тирамид будет взрываться. Он не собирается взрываться. Сожжем огушку. Сгорел. Ой, все, бабахнуло. Бегите. Свобода. Вторая суперзащищенная тюрьма йогурта. Она очень большая. Пират, заходи в тюрьму. Ты тоже заходи. Давай в тюрьму сюда. Вот ваши новые дома, так сказать. Блин, самая классная пока что тюрьма тут. Смотри, там в окне есть пейзаж. Можно увидеть солнышко и воду. И видишь, как не одиноко тебе. А, все в разные клетки. А ну-ка. Ой, каждый будет сидеть в своей клетке, и поэтому сбежать будет очень-очень сложно. Ты зачем, пират? Ну ладно. Да сидите вдвоем, один унитаз на двоих, так сказать. Унитазов нет воды. Ну я плохо в строительстве унитазов. Ой, тут что-то и правда. Короче, еще 5 секунд, раз, два. Короче, лень, вот все, идите кушать. Ура, кушать. Идем кушать, пират. Скачку, у меня голова болит. Ну и ладно. Мне принесите хавать. Ладно. Сегодня у нас сплошное разнообразие. Пюрешка с котлеткой, салатик, конфеты. И все это очень много. Короче, приступайте к трапезе, а я пирату отнесу покушать. А, едой кидаюсь, зачем? Так нельзя, ну ладно. Пират, на, поесть я тебе принес. Мне плохо, я умираю. Да, поешь. На полу не буду есть, нормально. Ладно. Кушай. Это моя... Ладно. А вы задолбали мою одну штуку. Теперь не покушаешься. Когда у нас второй завтрак будет, я опять есть хочу. О, все, пойдем. Опять? Вы меня не накормили, я уже голодный. О, смотрите, там холодильник есть. Что? В холодильнике секретный тоннель? Побег. Что это? Я не знаю, подкоп какой-то. Свобода, фуникулер, сбегайте скорее. Это ваш шанс. Откуда он в тюрьме? Вы понимаете, что все это в тюрьме? Ай! Теперь время резни! Есть китайские самолеты. У нас появился новый заключенный, он тоже украл жвачку из печёночки. Нет, я украл не жвачку, я украл этот, как его, чокопай. Чокопай украл, это был мой чокопай, за это тебя на пожизненный срок. Чокопай поштучно не продают. Вот ваш новый дом, надеюсь, вы в нем посидите долго. Ты вместе со своим другом Ильей можешь... В одной клетке быть. То есть, подожди, где две кровати, мы по одному сидим, а где одна кровать, мы по двум. Да, вот так. А ты... А ладно, заходи, так уж и быть, к Арконусу. Короче... Кто тебя модером назначил, Арконус? Ну да. Вы сидите в одной клетке, а вы оба... Два другана сидите в другой. Все. Он стоит и смотрит на вас. У него есть супер крутая сабля. Вы приговариваетесь к тюремному заключению. Обалдеть, какие слова. Ну, ладно. Сижу за решеткой в темнице с сыном. Вот, сижу за решеткой в темнице. Но я выбираю свободу и свистите по все свистки. И лопается... Все, давайте, хватит петь, идемте кушать. Свободу! Все, идите кушайте. У нас сегодня сплошное разнообразие в меню. Один хлеб, да хлеб, хлеб, обычный хлеб нарезанный, все. Можете кушать. Пойдите, пират. Стоп, вас же четверо было, где... Четвертый. А вот это, на него денег не хватило. На питание деньги не сдам. Серьезно. Так, ладно, если вы еще не догадались, ладно. Ничего себе у вас меню какое разнообразное, хлеб да хлеб. Уф, что за вкусный обед. Вы нашли спортплощадку, смотрите. Как это? Как он выпрыгнул оттуда? Он уходит. Пират тоже улетает. А, нет. Никола тоже сбежал на мячике. Все, давай. Они втроем сели в машину и уезжают. Все, они сбежали из тюрьмы. А? Эх, все твои друзья сбежали, что же ты теперь будешь делать? Ну, буду петь стихи Лермонтова. Сижу за решеткой. Опять? Давайте его выпустим отсюда, пожалуйста. Мой грустный товарищ, махая крылом кровавую, пишет, бьет полотно. Идем. Я тебе помогу выйти отсюда. Только не пей эти песни. Пой эти песни. Ребята, вот как надо действовать. Нужно запеть песни. Так, идем сюда. Смотри, тут на втором этаже, тут надо что-то сделать, но я сам не понял. Давай быстрее, пока он не видит. Бей надзирателя, бей надзирателя. Где он? Ой. Теперь тебе надо придумать, как ее открыть. А, все, она открылась. Выломайте ее. Ура, все, ты сбежал. Все, я теперь не буду петь песни Лермонтова. Ура, мы свободны от твоих песен.
Эх, только два колеса осталось. Ну вот это побег. Трое на одном колесе. Все, давайте. Да, очень мощно выстрелила. Ладно, заходите в тюрьму, я вас провожу. Заходи, Арконус, Никола и Common Fox. Никола будет на камне спать. Ну ладно, спи. О, ключ, начали ключ. О, все, вы можете сбежать. Они вышли из камеры. Так, Арконус поднимается наверх и понимает, что он зря поднялся наверх. И спускается вниз. Нет. Арконус бежит в какой-то очень странный проход. И здесь он находит туалет. Котик тут, котик. Да, кота погладить. Это рыжий. Да, ловите кота, погладьте его. Все, погладьте. Туалет закрыт, он не открывается. Взорвите его. Еще она показывает, куда спрятал ключ. Я понял. Вот показывает, куда надо идти. О, вот тут ключ. Все, вы открыли туалет. Поздравляю вас. Прыгайте в унитаз. Все, вы в канализации. Теперь, ой, бедный Common Fox. Ключи от охранной. И теперь вы вылазите из унитаза и идете в охранную комнату. Охранная. Опа, 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 ребята, валим, пока я сплю. Все, теперь вы больше не будете сидеть в тюрьме. Ой, куда? Тюрьма улетает? На этом эта битва строителей, защищенные тюрьмы, заканчивается. Вот прошлая интересная битва строителей. Спасибо за участие Арконусу, Николе, Кизруму, Common Фоксу, Йогурту, Агуше, Пирату и Илье. И всем пока. Всем пока.